Полезный город. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин, моя собеседница Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Тема сегодняшней передачи – это порядок перехода многоквартирного дома в ведение конкретной управляющей компании. С чего должна начинаться данная процедура? Я бы рекомендовала совету дома. Если совета дома как такового нет, то активным гражданам дома встретиться с руководством управляющей компании, обсудить моменты, которые есть на доме, то есть какие проблемы есть для того, чтобы в более максимально и продуктивно прошло собрание дома. Оно должно быть правильно организовано. Все документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством, чтобы переход дома не затягивался и не возникло временных затрат, я бы больше даже сказала, собственников, как проведение непосредственно процедуры голосования. И непосредственно, конечно, нужно обсудить тариф. Он должен быть коммерчески обоснованным тарифом. И, конечно же, мы при встрече с собственниками, которые делают выбор в пользу нашей управляющей компании, проводим не одну встречу, а две и даже иногда три. Ну и дальше, конечно, начинается сама процедура голосования. То есть это уведомление, которое размещается за 10 дней до начала голосования, до очной части. И обязательно проведение очной части голосования, на которую может прийти 2-3 человека, могут прийти вот и 25, 10, 20, 30. Угу. Да. Конечно, рекомендуем собственникам самостоятельно обходить обход, потому что им люди доверяют, и уже какое решение будет собственник принято, то мы решение и принимаем. После завершения голосования происходит оформление протокола. Протокол передается в Государственную жилищную инспекцию в оригинале. Дальше уже процедура уведомления действующей управляющей компании и, соответственно, подача заявления на внесение изменений в реестр лицензий. Как долго вообще занимает эта процедура? Если все идет гладко, получается где-то месяц-полтора у нас уходит на процедуру именно голосования. И в последующем, в зависимости, конечно, от того договора, который действует вот с действующей управляющей компанией, да, там порядок перехода, порядок расторжения. Где-то бывает предусмотрено, что расторжение возможно только через 3 месяца после проведения голосования и выбора новой управляющей компании. Если такой срок не установлен и все документы оформлены правильно, подано все в соответствии с действующим законодательством Государственную жилищную инспекцию, в среднем где-то переход занимает 2 месяца. Угу. Если же, конечно, в договоре предусмотрен срок перехода не ранее, чем через 90 дней после проведения собрания, то тут может быть и до полгода затянуться данная процедура. Благодарю вас за эту информацию. Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». И в конце традиционно напомним контакты. Связаться с нами можно по адресу. Наш офис находится на Труда, 80А, помещение 1002. Также нам можно позвонить и уточнить все моменты по телефону 43 72 72. Все контакты у нас размещены в ГИС ЖКХ, на сайте управляющей компании и в группе ВКонтакте. Полезный город.